Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Исмаил Гусейнович Рагимов, начальник урологического отделения филиала номер 3 3-го Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского. Здравствуйте, Исмаил Гусейнович! Здравствуйте! Рады снова видеть вас в нашей студии. Тема нашей сегодняшней передачи – воспалительные заболевания мочевыводящих путей. Исмаил Гусейнович, что включает в себя это понятие? Это понятие очень широкое, с одной стороны, но с другой стороны включает не так много заболеваний. Эти заболевания – основные урологические инфекционные заболевания, которые чаще всего приводят к потере трудоспособности. Это пиелонефрит, воспаление почек, и цистит, воспаление мочевого пузыря. Хотелось бы об этом сегодня поговорить, потому что эти заболевания очень распространены сейчас, на сегодняшний день. И заболеваемость среди инфекционных заболеваний сейчас вышла на второе место, уступая лишь острым респираторным заболеваниям. Как вы считаете, почему именно эти заболевания получили такое широкое распространение среди населения? Вот с чем это связано? С чем это связывают именно врачи? Тут много факторов. Основной фактор – это, ну, основных, точнее, даже нет. Здесь много факторов. Все это в комплексе совокупности создает фон для возникновения этих заболеваний. Это экология, это наш климат, в котором мы живем сегодня. Это и стрессовые факторы, нарушение иммунитета, сопутствующие заболевания. То есть очень много факторов, которые приводят именно к этим заболеваниям. Конечно, одно из основных – это переохлаждение. Хочется обратиться к нашим зрителям и призвать их, чтобы все-таки одевались по погоде, потому что часто у молодежи встречаются эти заболевания воспалительные. Ну, кстати, вот надо отметить, что сейчас именно у молодежи, да, такой образ и стиль одежды – это короткие штаны, это кроссовки, щиколотки абсолютно голые. Именно, и вот именно. Неважно, на улице минус 10, плюс 5, минус 30, они идут именно так. Я уже не говорю про голову, то, что головные уборы, в принципе, как-то забываются где-то, видимо, дома остаются. Да, действительно это так. Поэтому одеваться нужно, не зря говорят взрослые, да, молодежи, юным нашим представителям, что одевались потеплее, да, несмотря на это, все равно у нас заболеваемость высокая, и все-таки зачастую до 60-70% пациентов с заболеванием мочевыводящих путей. Это пациенты трудоспособного возраста, это пациенты 30-40 лет, именно пациенты, теряющие трудоспособность в связи с этими заболеваниями. Пиелонефрит, цистит. Что такое пиелонефрит? Это воспалительный процесс в почках. Это воспалительный процесс, который захватывает канальцевую систему почек. Цистит. Воспалительный процесс мочевого пузыря. Хотелось бы поговорить именно вот в этом направлении, об этих заболеваниях. Какие основные признаки заболевания при мочевой инфекции? Ну, основными симптомами являются, ну, в частности, при пиелонефрите, это повышение температуры тела, это болевой синдром, боль в поясничной области, общая слабость, озноб. То есть ряд признаков, которые могут характеризовать не только заболевание почек. Это, а не бывает так, что просто люди думают сначала, может быть, они просто простудились? Вот именно, и да. У них ОРВИ, или, может быть, это симптомы гриппа? Да, это не специфические симптомы, которые зачастую заставляют пациента начать лечение самостоятельно. И хочется обратиться к пациентам, чтобы ни в коем случае не занимались самолечением, не лечились самостоятельно. То есть при первых признаках, о которых я перечислил, нужно обращаться к врачу. Нужно обратиться в поликлинику, либо вызвать скорую в зависимости от тяжести состояния. И при подозрении на острый пиелонефрит это состояние является показанием для экстренной госпитализации. Исмаил Гусейнович, чем все-таки опасен пиелонефрит? Пиелонефрит – это заболевание, которое может приводить к почечной недостаточности. Это заболевание, которое может приводить к гнойным процессам, требующим оперативного лечения. Поэтому надо помнить о том, что если возникли признаки, надо сразу начинать адекватную терапию.
Какие методы диагностики существуют в условиях вашего стационара? Диагностика, она не сложна. При пиелонефрите основным является сбор жалоб и анамнеза, и анализы. Анализы крови, мочи. Естественно, основным является диагностика по анализам мочи, посевам мочи. В дальнейшем мы также выполняем пациентам ультразвуковое исследование, УЗИ почек, мочевого пузыря. Если необходимо, то компьютерную томографию, рентгеновские методы исследования для того, чтобы исключить обструктивный характер пиелонефрита. Исмаил Гусейнович, что такое обструктивный пиелонефрит? Обструктивный пиелонефрит – это термин, характеризующий нарушение оттока мочи из мочевыводящих путей. Нарушение оттока мочи, либо полное, либо частичное, когда возникает закупорка, мешающая моче оттекать из почки. В таких ситуациях требуется экстренное оперативное вмешательство. В таких ситуациях устанавливается чаще всего в нашем стационаре. Мы имеем возможность малоинвазивно установить стент, либо нефростому, то есть трубочку через прокол в поясничной области, для того, чтобы разгрузить почку, для того, чтобы освободить почку от гноя, от мочи инфицированной, которая мешает почке работать. Через какое время практически 100% почка возвращается в привычное нормальное состояние, в рабочее? Или тут от каждого случая зависит? Конечно же, все индивидуально. Все зависит от того, насколько далеко зашел процесс, воспалительный процесс. Насколько рано и вовремя пациент обратился за медицинской помощью. Принимал ли он самостоятельно препараты. Да? Сейчас хочется обратиться к нашим зрителям, чтобы они не занимались самолечением. Да? Чтобы лечение, которое направлено на элиминацию, то есть удаление воспалительного процесса из почек, было назначалось только врачом, а не соседкой или специалистом, фармакологом в аптеке, который советует. Все-таки приходят такие пациенты? Конечно. Ну, когда вот вы собираете анамнез, тут и вскрываются все детали. Конечно. Приходят и рассказывают, что вот я уже дней 5 лечусь, и ничего не помогает. Чем где вы были раньше? Да? Где вы, почему вы раньше не обратились за помощью? Вы принимаете совсем не тот препарат. Не то лечение назначено, неправильное лечение назначено. Обязательно вызывайте скорую, обращайтесь в поликлинику. Только после диагностики назначается адекватное лечение. И если необходимо, то экстренная госпитализация в стационар для того, чтобы это лечение проводилось уже наиболее правильно, именно в стационаре. То есть под наблюдением врачей. Это важно. Это важно. Именно наблюдение врачей, квалифицированных докторов, которые знают наиболее важные и правильные направления в современной медицине для того, чтобы купировать воспалительный процесс почки. Но мы не устаем повторять в своих программах. Это касается практически все возраста населения. То есть при любых симптомах, если это отклонение от нормы, обращайтесь за помощью к специалистам. Приходите в поликлиники или вызывайте скорую помощь. Совершенно верно. И не занимайтесь самолечением. Ни в коем случае, Совершенно никогда. Верно. Если говорить про цистит, что это такое? Цистит – это воспалительный процесс. Это уже другой характер и совершенно пузыре. Другом здесь месте. Другая симптоматика. В основном здесь дизурические симптомы характеризуют это заболевание. Частое мочеиспускание, болезненное мочеиспускание. Даже примесь крови в моче может быть, помутнение мочи. При таких признаках пациенты зачастую, конечно, у которых возникает цистит не первый раз, а это пациенты с хроническим циститом, начинают лечиться самостоятельно. Принимают антибиотики. Да? Антибиотики сейчас теряют свою силу, теряют свою эффективность. Почему? Потому что пациенты все чаще занимаются самолечением. Пациенты все чаще сами себе назначают препараты, а бактерии, которые вызывают воспалительный процесс, а чаще всего это кишечная палочка, либо энтеробактерии, у них развивается резистентность к антибиотику, то есть невосприимчивость. И этот антибиотик перестает действовать. Неправильно назначенный препарат, неправильная курс лечения, то есть не своевременная отмена препарата. Это все ведет к тому, что у бактерий возникает
невосприимчивость. Ну и, наверное, получается, цистит переходит в стадию хронического цистита. Хронического цистита. Сложнее подобрать антибиотик, подобрать адекватный препарат для того, чтобы излечить это заболевание. Поэтому очень сейчас практически бич в Европе адекватная и правильно назначенная антибактериальная терапия в связи с высокой резистентностью бактерий. Это не так еще развито у нас, не настолько, потому что, видимо, пациенты... Может быть, антибиотики еще не в таком доступе, да? Да, и нет столько такого широкого выбора антибиотиков, да. Ну и, может быть, все-таки пациенты у нас более дисциплинированы. Может быть, это все-таки что-то осталось от тех времен, когда все это соблюдалось обязательно, да. Ну, ноги в тепле. О чем мы с вами говорили. В холодное время года это теплая одежда, в теплое время года это прохладная одежда, да, то есть соблюдение температурного режима обязательно. Да, особенно это касается подростков, детей, ну и, конечно же, молодежи. Совершенно верно. И сейчас хотелось бы еще поговорить о адекватной терапии. Какие существуют методы лечения? Методы лечения воспалительных заболеваний мочевыводящих путей. Основные – это консервативные методы терапии. Терапия, естественно, при пиелонефритах проводится в стационаре. Это, во-первых, лечебно-хранительный режим, постельный режим. Это адекватно подобранная диета. Тут это очень важно. Исключить жирную пищу, раздражающую пищу из рациона. Вот, казалось бы, почки не переваривают нашу пищу. Почему? Вот должна быть диета. Что такого мы можем употребить, что будет негативно отражаться на общем состоянии? Раздражающая пища и пища жирная, она вредна для всего организма, не только для почек. То есть мы употребляем неадекватные продукты, которые вызывают... снижение иммунитета, вплоть до этого. Снижение иммунитета – это заболевание органов, воспалительные заболевания. И если мы сюда совокупим еще другие факторы, которые способствуют возникновению воспалительного процесса, все это в совокупности, конечно же, вызывает вот это воспаление в мочевыводящих путях. Ну и помимо диеты, адекватный питьевой режим. Побольше пить жидкостей. До 2-2,5 литров в сутки. Ну, в стационаре мы можем подключать еще инфузионную терапию в этой ситуации. Противовоспалительную терапию проводим. Ну, а основа лечения, конечно, в основе лечения – это антибиотики. Антибиотики подобраны адекватно на основании посевов. Но вначале, конечно, мы эмпирически назначаем препарат, а затем на основании данных, которые мы получаем от посевов, мы можем проводить корректировку терапии в ту или иную сторону в зависимости от чувствительности к антибиотикам. На самом деле все очень серьезно и все очень сложно. Поэтому, когда человек сам себе назначает те или иные препараты, ну, конечно же, он не может справиться с этой проблемой. Совершенно это по силам верно. Только специалистам, верно. Только профессионалам своего дела, да, которые все держат верно. Под контролем. Обязательно нужно лечение проводить только по назначению врача. И больше никак. Исмаил Гусейнович, если говорить о мерах профилактики, как уберечься от воспалительных заболеваний мочевыводящих путей? Профилактика здесь несложная. Это здоровый образ жизни. Это меры закаливания. Это активный образ жизни. О чем мы с вами уже говорили, это адекватно по погоде одеваться, да, тоже один из факторов. То есть правильно питаемся. Правильно питаемся. Ведем активный образ жизни. Совершенно верно. Правильно одеваемся. Что еще? Еще много факторов, которые здесь можно, конечно, называть. Это надо подумать, посидеть. Вы уже говорили о том, что экология в том числе воздействует на общее состояние организма. То есть помимо того, тех факторов, которые зависят от самого человека, есть еще факторы внешней среды. Факторы внешней среды. Наша погода, да? Климат, в котором мы находимся, да, здесь недостаточная инсоляция. Побольше бывать на свежем воздухе, заниматься закаливанием. Это очень важно.
Что бы вы пожелали нашим телезрителям? Нашим телезрителям хочется пожелать вовремя обращаться на консультацию к врачу, не заниматься самолечением и, конечно же, будьте здоровы. Спасибо, Исмаил Гусейнович, за интересную беседу. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания.